Попробуй сейчас вот настройся на Илона Маска, же наверняка знаешь. И вот он в этом, в прошлом году, в конце прошлого года, Кибертрак представил. Попробуй прочувствовать, есть ли будущее у этого автомобиля. Прямо сейчас, когда я представляю этот автомобиль, я вот на уровне капота. Есть проблемы с батареей. Угу. А какая проблема? Ну, не хватает заряда на длительной дистанции. То есть то, что там было в презентации, что он побьет все рекорды, это обман? И да, и нет, но они как преувеличивают. Оно действительно много, но этого будет не хватать. Ну, это все равно не то, чего хотелось бы, как в сравнении с бензиновыми. Плюс мелькает стоимость. А что по стоимости? Сейчас она по графику, если она идет вот так вот вверх, то потом она начнет постепенно спадать вниз, потому что, ну, либо со временем, но чувствую, что потому что это автомобиль уникальный, и не все хотят его брать везде. И вот с обслуживанием вот все эти, вот эти детали, они складываются в одну, и в итоге вот эта стоимость падает чуть ли не до какого-то минимума. Попробую предсказать что-нибудь на ближайший год. Может, на 2 года, что идет по этому автомобилю. Сейчас, как говорят, предзаказы, там несколько тысяч уже предзаказов есть, но производство еще не запустили. Запустят ли производство в этом году? Если представлять вот это как кольцо года, везде зима, то вот в этой вот части оно где-то, говоришь, что да. Это когда примерно? Осень, октябрь. Хорошо, еще может что-нибудь по Илону Маску сейчас идет с его космическими программами, может где-то поломки есть. Еще планируются запуски ракет, может какая-то не взлетит. Какой-то отголосок проблемы я чувствую, а какой – непонятно. На Земле он случится или уже в космосе, когда объекты будут? На Земле. Где-то даже не при запуске. Вот. С автомобилями или с ракетами связан? С ракетами. Что вот их собирают, сейчас вот-вот подходят сроки, а что-то там происходит. И мелькает вот это вот слава и деньги. Хорошо, супер.